Ребенку даешь комфортные апартаменты. И только здоровое питание, экологически чистые и удобные вещи и безопасные гипоаллергенные игрушки. Все это и многое другое мы непременно подскажем вам, где отыскать. Смотрите прямо сейчас. Как детский интернет-магазин спасает пап от шопинга в торговых центрах или с благодарностью от отцов. Отцы и дети. Новое прочтение. Только в рубрике «Дуримаски шоу». Как приемные дети могут стать родными или детское счастье, были бы родители рядом, в нашем специальном сюжете. Все это и многое другое в программе «У вас появился ребенок». У вас появился ребенок. Эти слова можно услышать при рождении малыша, а можно, приняв ребенка в свою семью. Мы всегда хотели иметь большую семью, и так случилось. Я думаю, что, наверное, Бог решает, как должно случиться с нами. Мы познакомились с семьей, где есть приемный ребенок. Когда мы увидели пример, и мы поняли, что это прекрасный ребенок в семье. И в одно прекрасное новогоднее утро у нас состоялся разговор, причем так все просто произошло. Я был готов к этому разговору, потому что у нас был пример, в принципе, есть пример с другой тоже семьей. Я вообще как бы хочу большую семью, чтобы у меня было много детей. Буквально за одну минуту мы договорились, что мы возьмем ребенка в семью. У нас есть сын, и мы хотели взять девочку. Мне сказали, что у девочки, которая вам нравится, есть еще сестра. Я говорю, ну, сестра так сестра. Мне прислали фотографии, мы с мужем посмотрели на фотографии. Мы поняли, что это наши дети. Неважно, сколько их, одна, две, три было бы, мы бы три забрали. Дети нас ждали. Они нас просто, вот я видела такой свет в глазах, они так радовались, что я за ними приехала. Потому что сердце все-таки откликнулось, и нужно прислушиваться к сердцу и к душе. И есть такая песня: «Ты сильным будь, ты будь смелей, пройти сумеем 100 путей». И ребенок – это счастье, а чем больше детей, тем больше счастья в семье. Я хочу их научить быть сильными, мы хотим их научить быть сильными, и мы хотим, чтобы они создали большие семьи на нашем примере, потому что я думаю, что только в семье ребенок учится быть человеком, быть семьянином, быть любящим человеком. В моем понимании счастье – это когда большая семья, когда много детей. А дети – это счастье, и чем больше детей в семье, тем больше счастья в семье. «Всегда быть в маске – судьба моя», – пел когда-то знаменитый мистер Икс. «Но в маске той я узнан буду», – вторят ему отцы-современники, с надеждой глядящие на своих детей. И надо сказать, что дети еще ни разу их не подводили.
Именно сейчас, именно здесь начинается самое яркое, самое фееричное шоу. Дури, маски, шоу! И сейчас мы проверим, знаешь ли ты своего папу, сможешь ли ты его узнать? Дружочек, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Артемка. Классно. Скажи, сколько тебе лет-то? 4. Точно? В садик, наверное, ходишь. Скажи, пожалуйста, тебе папа когда-нибудь в садик водит? Никогда не водит? Будет сложно. Я думаю, это папа вместе с тобой играет какие-нибудь игры. Играет. Ну, сейчас давай попробуем твоего папу узнать. Среди трех масок. Попробуешь? Я думаю, у тебя все получится. Дайте пожму руку. Ты не пожмешь? Какой сильный, а молодец. Ну что, попробуем? Поехали! Теперь смотри внимательно. Ух, какие красавцы, правда? Ну смотри, как ты думаешь, кто может быть твоей папой? Ты сразу выбираешь? У нас так. Мы даже думать не будем. Вот он мой папа, говори. Все, точно, давайте попробуем, посмотрим. Ну что, он? Ура! Молодец! Здорово! Получилось, дай пять! Дай пять! Молодец! Здорово! Ты умничка! У меня для тебя сюрприз. Угадай, в какой руке? Правой или в левой? И он угадал! Ваши аплодисменты! Держи! Это тебе! Молодец! Смотрите нас! В программе «У вас появился ребенок». Дальше будет еще интересней. А может быть, вы увидите там себя. Кстати, я не прощаюсь. Пока! Компания «Дуримаркет». Вся палитра праздника. Хороший детский сад для ребенка – это как курорт для взрослого. Шикарные комфортабельные игровые комнаты, пятиразовое питание, ежедневные экскурсии по детским площадкам, аниматоры – да простят меня воспитатели. В общем, если вы ищете именно такой детский сад, то я знаю, где его найти. В нашем детском саду созданы максимально комфортные условия для того, чтобы ребенку было интересно узнавать себя и мир вокруг. Уже почти год функционирует наше учреждение, которое оснащено суперсовременным дошкольным оборудованием, игровым и спортивным. Мы получили лицензию на образовательную деятельность в декабре прошлого года. И это дает право нашим родителям получить налоговый вычет, оплатить услуги нашего учреждения из средств материнского капитала и получить компенсацию части родительской оплаты из средств федерального бюджета. Мы реализуем программу в соответствии с нашей лицензией «От рождения до школы» по всем видам программы. Наши дети знакомятся с азами математики, развитие речи, ознакомление с окружающим. В нашем учреждении также функционирует клуб для любителей английского языка. Все воспитанники нашего учреждения знакомятся с азами английского языка. 1, 2, 3, 4, 5. Вся деятельность нашего учреждения организована в соответствии с требованиями. Организовано пятиразовое питание. Завтрак, второй завтрак, на котором детям дают фрукты и соки. Обед, полдник и ужин. Питание организовано в соответствии еще и с запросами детей. То есть у некоторых детей есть аллергия или какая-то пищевая чувствительность. Вот в соответствии с этими рекомендациями организовано питание для таких детей. В нашем учреждении также функционируют услуги по дополнительному образованию детей. Функционируют кружки раннего обучения детей чтению, клуб «Занимательная математика», в которой реализуется программа Петерсона под редакцией Петерсона,
Функционируют кружки художественно-эстетического направления, танцевальные кружки, детский фитнес, сальса, современные бальные танцы, народные танцы. Функционируют кружки бисероплетения, клеевого рисования, станковой композиции, рисования по технике батик. Учреждение полностью оснащено оборудованием для физкультурных занятий. Дети полностью в соответствии с программой могут освоить основные виды движения и общеразвивающие движения. На площадке, которая оснащена современным игровым оборудованием, также есть и физкультурное оборудование, спортивные комплексы, качели. Для родителей у нас функционирует в учреждении клуб, в котором родители могут принять спа-процедуры и находиться вместе рядом с детьми, посещая кружки танцевального направления. Самый оснащенный частный детский сад в городе Краснодар рад приветствовать самых маленьких. Рады приветствовать в нашем учреждении всех желающих, кому нужен такой же теплый, уютный дом, в котором работают отзывчивые и грамотные воспитатели и педагоги. Центр развития ребенка «Детский сад «Елочка». Лучшие педагоги группы до 10 человек, разнообразные кружки и новейшие игрушки. Мы проводим набор деток от 11 месяцев до 7 лет. «Елочка» приносит радость детям. Не секрет, что большинство мужчин не переносит шопинга. Но только не папы. И не потому, что у них выбора нет, а потому, что он у них есть на страницах всеми известного интернет-магазина. Он будет маленький такой, он не смышленый, смешной. Он точно копия твоя, во всем похожий на тебя. Интернет-магазин детской одежды «Маруся» – все для того, чтобы стать настоящим отцом. Спасибо нашим спонсорам, они не перестают нас радовать. Бутик мультибрендовой одежды «Маниль» – яркие акценты в летнем гардеробе. Порадуют вас и ваших близких. Салон красоты «Розовая пантера» поможет вам сменить имидж или остаться верной себе. В любом случае, вы будете довольны. Надеюсь, мы помогли вам в поисках самого лучшего для ребенка. Но у нас еще много интересного. Смотрите нас каждый день или ищите на сайте tvkrasnodar.ru в разделе «Проекты». С вами была программа «У вас появился ребенок». Мы вместе с вами с детских пеленок.